nach. Nach. Ah!
здесь стоит осмотреться. Thank you.
Теперь помедленнее. Но пошла. На! Оторву тебе башку, да в шею натру! Не стой! Не торопись. На! Не торопись. Thank you.
Эй! И плотва. Здесь стоит осмотреться. Топцы лезут отсюда, лучше здесь все взорвать. Thank you.
Шевелись, плотва.
Приветствую. К вашим услугам. Откуда путь держите? Трудно сказать, я уже полсвета обошел. Как и я, как и я. Не лучше это место для бродячего торговца. Доход всегда там, где риск. Война, нищета, но жизнь-то продолжается. А где жизнь, там и торговля. Стоит ли так рисковать ради денег? Так ведь деньги не самое главное. Мне ж на месте не сидится, вот я и таскаюсь по свету. Вижу новые места, общаюсь с людьми. Вот что я люблю. Ради этого и рискую. Я взгляну на твои товары. Будь здоров. Надеюсь, мы еще свидимся. Но оружие на заказ ты тоже делаешь? А шлюхи за деньги в рот беру. Дай посмотрю.
Не желаешь сыграть в Гвинт? Шевелись, плотва. Здесь стоит осмотреться.
Давай, плотва. Белый волк, мудрый волк. Чего ему нужно? Мне кое-что нужно для эликсиров. Покажи, что у тебя есть на продажу. Будь здоров. Thank you.
Белый волк, мудрый волк. Чего ему нужно? Мне кое-что нужно для эликсира. Будь здоров. Но! Теперь помедленнее. Вперед, плотва! Ведьмак, здорово. Барона нет. Уехал знахаря для жены искать. Я знаю.
Ты видел, что за воротами творится? А что? Барон оставил меня за главного. Я приказал парням навести порядок. Они грабят и убивают. Такой вот у нас новый порядок. Нравится тебе это или нет? Иногда так повезет, что лучше пешком пройтись. А? Скажу, все скажу, где покража спрятана. Мои дружки давно уже добыли. Кажись, у меня чесотка. Я по делу. Но я пришел забрать Уму. У барона надо спросить. А так склалось, что нету его. Я не буду никого ни о чем просить, я сообщаю. Можешь попробовать мне помешать. А это было бы ошибкой, смертельной ошибкой. Думаешь, я тебя боюсь? Меня стоит бояться. Добро. Не буду проливать кровь из-за какого-то урода. Забирай его, сходи к конюшему. И с катертью дорога. И много благодарен. Я забираю уродца. Нет такого. Сержант Ардаль разрешил. А привезете его обратно? Скучно без него будет. Найдите себе другие развлечения. Не знаю, наловите лягушек, наставляйте им в жопу соломинок. А что? Так ведьмаки развлекаются? Лучше б тебе не знать, как они развлекаются. Открывай дверь, живо! Привет, малыш. Вот плотва. Мы на ней поедем в Кэрморхен. Ну, пойдем. Хватит дурачиться, едем. У нас гости. На нильфгаардских боевых конях. Чего вам надо? Император тобой недоволен. Тогда пусть просит о помощи другого. Император не просит. Ни тебя, ни кого другого. Ты едешь с нами в Изиму. Ты уверен? Не стоит. Ладно, езжай первым. Третья армия возьмет Банглиан с запада. Позвольте заметить, разведка сообщает, что гарнизон Банглиана почти полностью состоит из наемников.
Предлагаешь подкуп? Мы возьмем город без людских потерь. И куда быстрее. Отдавай приказы и приступай. Как прикажете. Император, Йеннифер. Я позвал тебя не любезностями обмениваться. Докладывай. Без любезностей, тем лучше. Но помни, я не твой солдат, так что не нужно мне приказывать. Ты предпочитаешь, чтобы я отдал приказ страже? Оглянись. Мне достаточно кивнуть. Геральт. Слушаю тебя. Это... Этот человек — ключ к поискам Цири. Я даю тебе три свежих следа. Предлагаю помощь разведке и придворной чародейке. А ты вместо дочери привозишь мне какое-то чучело! Ради твоего же блага, надеюсь, это не весь твой рапорт. Я ищу иголку в стоге сена. Причем эта иголка может в любой момент... Задание сложное, я понимаю. И что с того? Послушай, я правлю самым большим государством, которое только видел этот мир. Я веду войну с севером, командую десятками тысяч солдат. А дома меня ждут корпорации и дворяне, которые мечтают только о том, чтобы спихнуть меня с трона. Так что не жалуйся на жизнь. От меня жалости не дождешься. Я прошел по следам, которые ты мне дал. Сперва Цири появилась на Скеллиге с каким-то эльфским чародеем. Ну, об этом Йен знает больше. Там их выследила дикая охота. Им пришлось бежать в Велен. Там их пути разошлись. Цири провела некоторое время у тамошнего барона, который... Я знаю своих ленников. Барон отправил ее в Новиград. Цири перешла дорогу новиградским бандитам, и ей пришлось вернуться на Скеллиге. Там она встретила своего товарища эльфа. И дикую охоту. Им пришлось вместе уходить в море. А на следующий день их лодку прибило обратно к берегу. И там был он. Что же, не скажу, что эти сведения крайне полезны. Но я вижу, вы зря времени не теряли. Это чучело может быть твоей дочерью. Тело Умы создано проклятием, и в нем кто-то заперт. Ты сумеешь снять заклятие? Я провела исследование, разослала запросы. Но мы не знаем формулу, которую использовал заклинатель. Вафаэль, Элайне, Каэдмил Фолье, Глайды в Дорне Айптенайт, Бундроитне Яхаус. Мне Лютик сказал, а ему сказала Цири. Хоть раз ты меня приятно удивил. Йеннифер, я повторяю вопрос. Да. Пожалуй, я смогу. Но надо... Подробности меня не интересуют. Геральт, ты узнал немного, но куда больше, чем неудачники из моей разведки. Вот половину условленной награды. Вторую половину получишь, когда приведешь Цири. Я бы на это не рассчитывал. Это не просьба, Геральт. Это приказ. И я очень тебе советую. Не пренебрегай им. Аудиенция окончена. До свидания. Куда подевался твой ехидный юмор? Ты была покорна, как студентка Аритузы в кабинете ректора. Я просто знаю, когда стоит придержать гордость и слушать. В отличие от некоторых. А, я понял. То есть ты показываешь мне когти, потому что я простой ведьмак. А... Послушай, Геральт, ты действительно хочешь это обсудить? Сейчас?
Давай ссориться в более подходящее время. И в зале, где меньше ушей. Так как мы снимем проклятие Сумы? Надо отвезти его в Каэр Морхен. А, Геральт, прости, но я не сумею перенести тебя с Умой и Платвой, так что... Ничего страшного, я поеду верхом. Никогда не любил телепортов. Береги себя. Постой. Возьми. Будет лучше, если он пока что побудет у тебя. Да. Я поехала. Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Хвосты у самого замка? Что-то ребята расслабились. Долго тебя не было. Долго. Как дорога? Пару миль назад видел Велохвоста, а так все спокойно. Только пассажир все время вертится. Так, что у нас тут? Множественные деформации? Глаза, уши, ноздри? Заячья губа, а это... Тише, тише. Вот холера, права была Ена. Не красавицам, конечно. Да ты немногим лучше выглядишь. Где ты так изгваздался? А, это я известь для раствора крошил. Нужно стены подлатать. Не то они в конец рассыпятся. Многовато работы для одного. Ламберт и Эскель не помогают? Нет. Йеннифер нашла им более важное занятие. Йен уже здесь? Здесь. Еще как. Ого. Вы поссорились? Геральт, я понимаю, что она женщина, как это сейчас говорят, эмансипированная. Но разве хорошие манеры на нее не распространяются? Телепортировалась, и никакого тебе здравствуйте. Сразу, мол, будем снимать заклятие, нужно сделать то и это. Эскель, Ламберт, шевелитесь. А потом пошла в комнату для гостей и кровать с балкона выбросила. Хорошая была кровать. Я ей то же самое сказал. Дубовое основание, пуховый матрас. Рис всегда говорила, что... А, тогда понятно. Ну да. Или ей просто не нравится дубовая мебель. Так что задумала Ян? Хотел бы я знать. Она не объяснила? Она сказала, что ей нужно, чтобы снять заклятие. А вот как она собралась это делать, молчит. Хотя мы спрашивали. Подозрительно. Рад, что ты тоже так считаешь. Ну ладно, так где все? Эскель охотится на велохвостов. Их и так нужно извести, пока не расплодились. Ну, а Йеннифер хочет из них добыть какие-то ингредиенты. Как говорится, одним выстрелом двух зайцев. Ламберт еще в замке. Собирается в горы, чтобы наполнить филактерий энергией стихий. Ага. А Йен? Собирает мегаскоп.
хотела и меня загнать к себе в помощь. Я должен был бегать с какой-то пищащей штуковиной и чего-то там искать. Да я слишком стар для таких глупостей. Пойду с ней поздороваюсь. Хорошо. Только не жди, что она тебе бросится на шею.